Мы не имеем опыта регулярного использования оптики «Хамелеон», поэтому я сейчас буду делиться только своими первыми впечатлениями, но самое удивительное, что первые впечатления оказались весьма позитивными. Обычно, когда используешь любую новую аппаратуру, требуется определенное время на адаптацию к этой аппаратуре, на то, чтобы понять, каковы ее возможности, получить лучшее представление. Здесь мы сразу поняли, что мы имеем дело с достаточно уникальным прибором, поскольку тут же получили колоссальное расширение поля зрения, фактически до 90 градусов, достаточно легко управляемое, и это не требовало перемещения самой камеры, смены оптических портов, и, в общем-то, мы не получили какого-то серьезного конфликта с другими инструментами, в первую очередь с рабочими инструментами хирурга. Очень важным достоинством этой оптики является ее совместимость со всем стандартным оборудованием, которое обычно используется при лапароскопических операциях. Конечно, нам бы хотелось применить эту аппаратуру на более сложных резекциях. Сегодня мы выполняли достаточно простую стандартную манипуляцию на печени. Мы удаляли легкодоступные так называемые сегменты, где не требуется достижение каких-то специальных углов зрения. Но, что интересно, именно даже при такой простой операции, при простой резекции, мы получили достаточно удобное расположение оптики, которая совершенно не конфликтовала с рабочими инструментами. Конечно же, мы получили и дополнительную возможность заглянуть за какие-то структуры, которые мы не имеем при использовании стандартной 30-градусной оптики. Но, в общем-то, это пока первое впечатление, с ними нужно еще разобраться, но очень многообещающие возможности, как нам кажется, присутствуют в этом приборе. И, безусловно, нам думается, что оптимальным местом приложения этой оптики является резекционная хирургия так называемых труднодоступных сегментов печени, там, где мы работаем в удаленном узком пространстве, где неизбежно и часто возникает конфликт инструментов, и где нам часто приходится, что называется, заглядывать за угол, поскольку там еще к тому же имеет место, как правило, и такая сложная поверхность, сложная фигурная поверхность раны печени. Это крайне важно.